dust them away. Let there be light in the dark night. Gotta get it back, come on, get it back. I wanna bring it back to the good old days. Хей-о, друзья, всем привет! Это канал Дурацкий и Крутой. И сегодня мы с вами начинаем прохождение интереснейшей игры от компании Atlus. Это Persona на Sensin. Это вторая часть из серии игр Shin Megami Tensei Persona. Эта часть является сиквелом Eternal The Punishment, но существует независимо от первой Persona, со своими новыми персонажами и уже полюбившимися многими старыми. И да, если вы не знакомы с сюжетом первой персоны, то ничего страшного. И на Сенсин это совершенно самостоятельная история, которая происходит после событий первой части. Да, по большому счету, вселенная персоны, за исключением Eternal The Punishment, это совершенно разные истории. Сюжет в персону очень запутан и грамотно прописан. В игре будет как куча демонов, а также и персон. Я очень рад, что начинаю знакомство с игровой серией персоны именно с этой части. И надеюсь, что вам понравится мой перевод и мое прохождение. Постараюсь выпускать видео почаще, хотя бы раза два в неделю. Но тут, кстати, все зависит от времени и мотивации. Ну и, конечно же, от просмотров. Играю версию от PSP. И да, это ремейк, который вышел в 2011 году с улучшенной графикой и там немножко другой опенинг. Ну что, друзья, меньше слов, больше дела. Поехали! Эй, ты куда-то собрался? Этот кусок дерьма никуда не сдвинется без этого. Нечего сказать, да? Мне не нравится твоя рожа. Думаешь, ты такой крутой? Так, сейчас, походу, будет драка. Оу, что происходит? Что за херня? Чувак, что с тобой? Возьми мою руку. Что-то тут не так, этот парень весь взмок. Не бойся меня. Я есть ты, а ты есть я. Эй, вы трое, что вы тут делаете? Последний звонок уже прозвучал. Такаши Ханья, новый директор, перевелся с старшей школы Сен-Хемерин. Там его ненавидели, но в Академии Семи Сестер он объект для восхищения. Директор Ханья! Хорошо, сэр, мы прямо сейчас идем домой и сделаем домашку. Пойдем, братан! Держи, нам это больше не нужно. Увидимся. Хорошо, что вы меня поняли. Какие приятные детишки.
Эй, это тебя тоже касается. Ты не слышал, что я сказал? Почему ты не слушаешь меня? Это неприемлемо. Ты, кто ты такой и в каком классе? Назови сейчас же свое имя. Так, ну смотрите, я не буду менять имя, вот Ацисоу так и оставим. Я обычно, когда играю в РПГ, я не меняю имена, потому что для целостности так. А вот у нас вот сокращенный есть никнейм Тачан, да, оставляем это. Тачан. А, мне стоило догадаться. Ты тот самый Тацисоу, я слышал о тебе. Если этот отвратительный резонанс, который я почувствовал в коридоре, исходил от тебя, тогда все логично. Похоже, слухи верны, и ты очень проблематичный. Ладно, я оставлю тебя одного. Скоро он пойдет и направит тебя. Наслаждайся последними моментами молодости. Йоу! Похоже, директор опять докапывается до тебя. В любом случае, директор Ханья — великий человек. Лучше прислушайся к нему, что он говорит. Эй, не смотри на меня так. Я просто пришел сказать, что мисс Саяка искала тебя. Ты прогулял профориентацию, да? Она хотела поехать к тебе домой. Лучше найди ее. Так, ну давайте пойдем найдем ее, где она может быть, ну, наверное, в школе, но прежде давайте еще раз к чуваку подойдем к этому. Ты починил свой байк, правильно, Тацию? Значит, слух о том, что ты отличный механик, правдив? Ага, значит, слух есть о том, что мы крутые, мы понимаем это, и то, что мы, типа, ремонтируем технику. Я так понимаю, да, кстати, в этой игре слухи очень многое значат, то есть слух кто-то пускает, и этот слух может стать реальностью. Ну, вот мы идем по школе по первому этажу, вот чувачок какой-то, давайте подойдем, спросим, может, он видел. Ты знаешь про игру Джокера, в которой играют люди? Если верить слухам, сыграв в эту игру, твоя мечта исполнится. Быть может, стоит попробовать? А, кстати, как дела? Ты ищешь кого-то, а? Мисс Саяка? Кажется, я видел ее около лестницы только что. Может быть, на втором этаже? Так, ну мы поняли то, что она находится на втором этаже. Пойдемте сходим туда. Соу-сэмпай, ты и Лиза-сан встречаетесь? О... Я слышал, что она такое говорит, и все. Просто так. Мне было любопытно. Так или иначе, как дела, сэмпай? А, мисс Саяка. Я видела, как она побежала вверх по лестнице только что. Я думаю, что она на третьем этаже. Так, друзья, пойдемте, она нам сказала, что на третьем этаже. Посмотрим там. Вы, кстати, можете в моей группе послушать саундтреки. Я уже выложил саундтреки в первой персоне. Скоро на Сенсину появятся. А мы в тем временем ищем Саяко. Вот чувак какой-то. Йоу, Тацуя. Я слышал, что главарь банды из старшей школы Касс охотится за тобой. По слухам, ты сильный, но тебе следует быть осторожней. Знаешь, говорят, что тот, кто проклял нашу эмблему, был студент из старшей школы Касс. Кто знает, правда ли это? Так или иначе, как дела? Ты ищешь кого-то? А, мисс Саяка? Да, я видел ее пару минут назад. Она сказала, что собирается пойти на улицу. Блять, это просто какой-то кламбур. Ну, короче, пойдемте сюда зайдем, посмотрим, что тут. Это у нас тут чердачок. Так, это закрыто. И теперь я, так как нам чувак сказал то, что она спустилась вниз, нам нужно опять вернуться в холл и выйти, собственно, из ждания High School Seven Sisters.
интересно, конечно, почему школа называется «Школа семи сестер». Что здесь, блядь, семь сестер, что ли, учится? Может быть, даже и восемь. Если бы их было восемь, я бы назывался уже не «Школа семи сестер». Так, ну вот тем временем мы вышли. И давайте побазарим с каждым, кто здесь есть. Может, таки узнаем, где Саека. И сегодня никаких заметных изменений. Необычно странный магнетизм. Надеюсь, что в течение этого месяца все будет без изменений. Майя, мисс совершенства Акамура. Учитель японской истории, классный руководитель Лизы. Похоже, что она занимается каким-то независимым исследованием. Ты один из студентов мисс Саяко? Не приближайся к камню Нарутары. Я не знаю, как он действует на людей. А, мисс Саяко? Не видела ее рядом. Попробуй поискать ее в другом месте. Мисс Совершенство учит здесь уже 11 лет, верно? Она всегда говорит странные вещи, но в последнее время она беспокоится из-за какого-то оракула. Я слышал, что ты прогуливал профориентацию. Твоя мечта все равно никогда не сбудется. Тот, кто находится под звездой, которая крадет мечты, не имеет права на исполнение своих собственных желаний. Мне сказали, чтобы я передал это тебе. Эй, Тацуэ-кун, ты слышал слух о том, что статуя директора двигается сама по себе? Мне нравится этот парень, но это звучит как-то жутковато. Если бы она начала двигаться, я бы ударил ее, но не пойми меня неправильно. Это не из-за ненависти к нему. Да, он раздражительный и вспыльчивый, но все же отличный парень. Статуя директора Хани, посмотри на меня, следуй за мной, не полагайся на меня. Это довольно противоречивые цитаты. Глядя на это, ты чувствуешь, как тебя переполняет злость. Я только что видел, как мисс Саяко направилась на задний дворик. Может быть, она все еще там? Во, ништяк, мы теперь знаем, где она. Ты нашел мисс Саяко, Соу, сэмпай? Она тебя ищет. Найди ее как можно скорее. Короче, Готу, да? Это то место, где стоят велосипеды и мотоциклы. Ну, что-то типа заднего дворика. Ну, помните, в самом начале, где мы были? Собственно, она нас там должна ожидать. Наверное. Я знал, что ты будешь здесь, Тацуэ. Решил, что будет проще подождать тебя около твоего байка. Саяко Таками, классный руководитель Тацуэ, перевелась в старшую школу Сен-Хэмерин. Ее ученики восхищаются ее красотой и индивидуальностью. Не беспокойся, профориентация — это весьма неформальный процесс. Хорошо, хорошо. Ты уже решил, что будешь делать после выпуска? Так, ну, блин, я еще не определился. Наверное, скорее нет, чем да. Понятно. Тогда скажи, чем бы ты хотел заниматься? Так, честно, тоже, наверное, скорее нет. А, понятно. Тебе не обязательно думать об этом прямо сейчас. Но хочешь ли ты преследовать свои мечты? Ты не можешь вечно двигаться в этом направлении. Что скажешь? Да, я думаю, что это нормально.
Вот именно, не нужно спешить с этим. Определись, что важнее для тебя в будущем, и отнесись к этому с пониманием. Вот как? Ну раз ты так в этом уверен, я думаю, что ты справишься. Удачи, я буду тебя подбадривать. Тацуя, почему ты закрываешься от людей? Такое чувство, что ты многое пережил. Мне больно видеть тебя таким. А, вот ты где. Эй, Тацуя, подожди, Тацуя, стой. Стой, ай-я. Лиза Силверман, студентка класса 2C, родом с Кавказа, свободно понимает по-японски, любит кунг-фу. Самая популярная девочка в школе. Лиза, в чем дело? Что за спешка? Простите, мисс Саяка, у меня с Тацуей важные дела. Можно его одолжить? Хорошо, увидим ситуацию. У нас проблема, Тацуя. Подожди. Ай-я! Не могу в это поверить. Ты еще носишь эту эмблему? Ты что, не слышал про проклятие? Боже, иногда я слишком беспокоюсь. Это может подождать. Кстати, у меня тут записка с вызовом. Парень из школы КАС попросил меня тебе это передать. Тут сказано. Тацую Соу, у нас в заложниках девочка из вашей школы. Если вам дорога ее жизнь, отправляйтесь в тюрьму Сумару. Отправляйтесь туда в одиночку. Главарь банды Кусугаямы Мишина Экичи. Серьезно, это же прошлый век. Поговаривают, что этот парень сильный. Еще я слышала, что кто-то из школы КАС проклял нашу эмблему. Наверное, это все тот же парень. Тацуя, ты пойдешь один, да? Так я и думала, но ты уверен, что знаешь, как добраться до тюрьмы Сумару? Ну, по крайней мере, я могу показать тебе дорогу. Не хочу отсиживаться здесь и дожидаться, пока меня заберет проклятие. Так, ну чё, погнали в тюрьму. Спасибо за еду. Мияби Ханакоджи, студентка Академии Семи Сестер, класс 2C, прозвище Кози. Она редактор школьной газеты, расследует проклятие эмблемы. Эй, эта чика действительно одна из моих фанаток. Что-то здесь не так. Экичи Мишина, второгодник старшей школы Касугаямы, имеет претензии к Тацуе. Артистичный главарь банды гангстеров и в то же время вокалист в его собственной группе. Успокойся, Мишина-сан. Нам нужно подождать еще немного, Тацуе скоро появится. Ой, блин. Какой вообще Тацуя? Что вообще происходит? Что вы трое замышляете? Ха! Так вот в чем дело.
Тацуя? Экичи, я так понимаю. Да-да-да-да, я и тебя очаровал, да, малышка? Позволь мне представиться. Я гениальный художник Мишина, который несет любовь девушкам всего мира. Вау! Что? Ты курил? Что ты там сказала, ты мелкая? Пожалуйста, извините, мы использовали Кози-сан как заложницу, чтобы выманить Тацуя-сана. Ты помнишь, как яростно хотел создать группу Мишина-сан? Мы искали членов. Ты был единственный в своей группе, так что... Мы подумали, что Тацуя-сан будет идеально дополнять тебя, и он надежный, поэтому мы подумали, что ты будешь рад видеть его рядом. Ребята, вы знаете, что случится, если вы нарушите бро-кодекс? Вы все равно... Да, сэр, трусость не красит настоящего мужчину. Мы примем любое наказание. То есть, все, что вы говорили мне про проклятие, эмблемы, это все ложь? Если это так, то я пошла. Нам тоже следует пойти, Тацуя. Это настолько глупо, что я сейчас заплачу. Подожди, Тацуя, я не хочу опускаться так низко. Но ради своих бро я не могу тебя так легко отпустить. За свою честь, как главаря смерти, я затащу тебя в свою группу. Главаря смерти, скорее главаря дураков. Я слышала о тебе, ты стал главарем, шантажируя людей. О, Мишина-сан. Дураков, говоришь? Что? Что происходит? Называй меня главарем дураков, меня зовут Эйкичи Мишина. Эйкичи Мишина! Вперед, предвестник смерти! Меня зовут Радамантус, судья Нижнего мира. Я уничтожу твоих врагов своим клинком осуждения. Аймэй. Серьезно? Меня зовут Эйрос. Мои золотые стрелы сияют пламенем любви. Я стану твоей силой, мое другое я. Как? Ты тоже можешь использовать это? Не бойся, возьми мою руку. Я есть ты, а ты есть я. Из моря твоей души я приду, несущий инферно, который сжигает нечистоты. Вулканус! Yeah.
Добро пожаловать в пространство между сознательным и бессознательным. Меня зовут Филимон. Уже забыли? Филимон? Сила, которой вы владеете, называется персона. Эта сила способна призывать свое второе «я», богов и демонов, которых вы скрываете. Другое «я», пронизывающее святой любовью. Другое «я» способно на демоническую жестокость. Люди существуют, нося различные маски. Ваше нынешнее «я» — это одно из многих масок. Ваша персона — это тоже одно из бесчисленных «я». Это «я»? О чем ты говоришь? Скоро вы встретитесь с ужасной сущностью, которая будет угрозой вашему существованию. Из времени, вне разума, за гранью забвения Земля Сумару теперь стала нижним миром, где слухи становятся реальностью. Да начнется битва. Я призвал вас, чтобы сказать вам это, а теперь ступайте своим персонам, разрушьте цепи кармы, воздвигнутые на вашем пути. Эки-чикун! Главарь-сан, вы в порядке? Это был не сон, да? Я так и знала, я тоже видела это. Оно называло эти штуки персонами. Даже то насчет слухов, которые становятся реальностью и касаемо будущего. Это слишком много, чтобы быть просто совпадением. Эй, я знаю! Хочешь попробовать игру Джокера? Та штука, где звонишь самому себе на номер, и она появляется. Зачем мне это пробовать? Чтобы убедиться в том, был ли это сон или что-то еще. Если слухи станут правдой, значит все, что мы видели, было по-настоящему. Эй, я пас. Не считаю, что это вообще возможно. Поэтому я это и докажу. Эй, ты что, боишься что ли? Если ты так думаешь, то ну давай попробуем. Нам что-то нужно сделать после такого сна. Давай посмотрим, правда это или нет. Зачем нам это пробовать? Ну тогда, Джокер, пожалуйста, приди. Не может быть. Оно только что? Алло? Оглянись, я Джокер. Последняя козырная карта, которую вытащили те, кто был подавлен своими мечтами. Зови мне свое совершенство. Джокер — замаскированная фигура, которая, по слухам, исполняет желания человека. Когда он это делает, почему он это делает и кто он такой, неизвестно. Нет, нужно поспешить и сказать свои идеалы. Слухи говорят, что если ты этого не сделаешь, то превратишься в теневых людей. Ваши козырные карты испорчены ставкой на столе. Было ваше мечтающее сердце. Согласно ритуалу, я заберу куш.
Кен, Шого, Такеши! Ублюдок, что ты сделал? Идеалы заставляют слабых страдать. Я освободил их от этого. Лучше не надеяться на то, что никогда не сбудется. Это лишь безжизненные оболочки мечты. Их можно увидеть, но они не существуют. Они будут забыты и станут тенями. Но достаточно болтовни, у меня к вам дела. Не могу пошевелиться. Это страх? Давно не виделись, Тацуя Соу. Я ждал момента, когда вы трое призовете меня. Как подарок на прощание, я покажу вам кое-что интересное. Не персон, а истинных демонов. Что это? Я не позволю этим штукам себя убить! Ребята, я тоже, давайте все вместе! Тогда мы сможем с этим справиться! Совместное заклинание. Отличная идея, но оно слишком слабое. Вам ни за что меня не одолеть с такой плохой атакой. Эйкичи Мишина, Лиза Силверман, и ты, вот, время тебе умереть. Ты не сможешь сбежать от колеса судьбы. Эти глаза! Вы не изменились! Какие мечты ты воздвиг на трупах идеалов других людей! Твое непроницаемое лицо меня не обманет! Я знаю! Ты хотел преследовать свою мечту, не так ли? Я не позволю сбыться твоим мечтам! Ты должен понимать, почему я пришел к тебе сегодня. Какого черта? О чем ты вообще? Что? Что мы тебе сделали? Нет. Разве... Разве ты не помнишь? Невозможно! Этого не может быть! Как это могло случиться? Зачем тебя убивать, если ты не помнишь? На этот раз тебе удалось сбежать от своей судьбы. Тебе не удастся отдохнуть. Мои демоны станут твоими убийцами. Пусть этот цветок ириса будет моим воспоминанием. А теперь иди и вспомни грехи, которые ты совершил, а затем я совершу месть. Прости, Кен, если бы я не заставил тебя играть в эту игру. С кем разговаривает Эйкичи-сан, главарь-сан? О,
Их и вправду забыли? Я хотел стать доктором, но этого не случится. Я не хочу больше думать об этом. Я должен позаботиться о семейном бизнесе, но почему? Моя мечта? Мне плевать, я же не... Кем? Ты же хотел стать чемпионом по боксу. Я даже хотел написать тебе красивую песню. Прости, и после того, как мы пообещали, если я только не заставил тебя этого делать. Не могу поверить, что Джокер настоящий, но почему он хочет отомстить нам? Насчет моего имени, вы бы не могли держать это в секрете от главаря Сан, пожалуйста? Подожди, Тацуя! Ты пойдешь за этим парнем, да? Ты не должен в это вмешиваться. Я с этим разберусь. Воу-воу, вы оба! Мы сражаемся против настоящего монстра. Если мы не объединимся, то умрем. Мы даже не знаем, откуда начать свои поиски. Давайте попробуем что-нибудь придумать. Вызовем полицию. А кто нам поверит? Нам нужно просто подняться, убить этого парня, иначе всем придет конец. В таком случае, может быть, я смогу вам помочь. Я посмотрю, что можно найти о Джокере. Пока я буду заниматься этим, вы должны быть наготове и суметь защитить себя. Я слышал, что магазин рамена в аллее Камия продает оружие. Владелец — это бывший шпион. Почему бы не начать оттуда? Если слухи становятся правдой, то стоит попробовать. Само по себе иметь персону уже довольно странно. Что, пошли в магазин рамена? Итак, друзья, на этой ноте мы с вами закончим эту серию. Серия получилась очень интересной. Если она вам понравилась, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и на мой канал. Ну а с вами, как обычно, был Дурацкий и Крутой. Всем удачи и до новых встреч!